Сергей Карпик работает в госавтоинспекции уже год. Начинал молодой человек патрулировать улицы традиционно, на автомобиле. Однако относительно недавно Сергею, как опытному водителю мотоцикла с 9-летним стажем, руководство предложило опробовать еще одну форму работы. Она, к слову, приносит свои плоды. Транспортное средство мотоцикл удобен тем, что, находясь в движении, в большом потоке, выявив нарушение, подъехав к водителю, объяснив о нарушении, остановили, привлекли к административной ответственности. Сегодня в городе трудится несколько сотрудников дорожно-патрульной службы на мотоциклах. Эта работа проводится на территории города над Бугом в рамках декады «Мотоциклист». Целый цикл мероприятий будет посвящен противодействию правонарушений, связанных с несоблюдением водителями правил дорожного движения. Особое внимание в это время будет уделяться нарушителям, которые передвигаются на двухколесных транспортных средствах. На территории города Бреста проводится декада «Мотоциклист». Она направлена на работу с нарушителями правил дорожного движения, управляющими транспортными средствами, такими как мотоцикл, мопед, велосипед. Нами создано несколько групп рейдовых. Это с использованием и мотоцикла патрульного, использованием гражданских автомобилей, негласного контроля для выявления и пресечения нарушений, указанными участниками дорожного движения. Декада «Мотоциклист» включает в себя несколько видов наблюдения за нарушениями правил дорожного движения, которые будут осуществлять как с помощью мотоциклов, так и автомобилей ДПС. Подобные меры, уверены сотрудники госавтоинспекции, помогут сделать брестских водителей более дисциплинированными, а дороги – более безопасными.